наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, какие им книги нравится читать больше всего. Пойдемте. Пушкина любила очень читать, Максима Горького, Чехова, вот эти всю классику, всю. И это уже от и до, по несколько раз. Мне нравится книжка «Сказка», и там человек с пропеллером. Книга «Изидора Мун» называется, там про девочку вампира, наполовину фея, и к ней привезли ее кузена, и они стали маленького дракончика, и он начал хулиганить. Энциклопедия. Ого, а что это за энциклопедия, расскажи? Про мир, про животных, про растения. Я могу заглянуть в любой уголок мира. 1984 Оруэлла. Расскажи, о чем это вообще книга? О антиутопии. Это антиутопия, которая повествует о мире, которым, скажем так, правят по идеальному, с какой-то точки зрения, который есть законы, и все их выполняют, а кто не выполняет, того идут на промывку памяти и что-то подобное. Всегда мне нравилось вот сам Дюма, «Три мушкетера», и все продолжение, там, образ жизни у них какой, какой сейчас, вот и в сравнении. «Пчелиный рай» – любимая книга у меня, вот есть она у меня даже как бы, ну, в библиотеке моем. Там вот тоже революционное время, там род там как бы и революционеры были, и княжеские эти вот роды были. И вот как там они жили, как они существовали. Очень книга интересная, «Пчелиный рай» называется. Я люблю больше всего читать книжки Пушкина, но больше всего «У лукоморья дуб зеленый». Я прочитала про лагерь. Про работу в лагере. Вот. Там всякие мероприятия, квесты и так далее. С детишками работаю. А сейчас «Мастера и Маргарита» читаю, перечитываю. Так, отлично. С удовольствием. Да, я «Трое в лодке», не считая собаки. Тоже нравится. Ну, как бы, я тоже перечитываю. А, еще понедельник начинается в субботу. Мне нравится такого плана. «Самоучитель по шахматам» прочитал. Ох, да. Что там? Как там? Расскажи. Учат играть, передвигать фигуры и так далее, но... Мне больше техническая литература в данный момент. Художественная как-то не идет. Хотя вот вроде вторую гимназию закончил, там как бы много было всего, но не все отложилось, не все осталось. Вот. На свете много уникальных и интересных книг. Друзья, читайте и развивайтесь. С вами была рубрика «Хочу сказать».